каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Накануне Владимир Путин принял участие в работе отчетно-выборного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Участники мероприятия обсудили вопросы стимулирования инвестиционной деятельности страны. В плане инвестиционных проектов правительство Тувы использует различные способы привлечения внимания инвесторов к республике. В их число входят такие компании, как Евраз и Луньсин. У нас в республике реализуется целый такой пул инвестиционных проектов. Особо крупный, это, конечно, связано с недопользованием. Вы знаете, что это угольные проекты, это компания, группа компаний, которая входит в состав компании «Евраз», «Межгеуголь», добыча подземным углем, подземным способом угля. Вы знаете, что это один из самых, так скажем, проектов передовых в России, которые устанавливают рекорды по добыче, то есть «Межгеуголь». Компания «Луньсин», которая занимается производством концентрата, то есть на Калаташском месторождении, тоже это один из таких очень крупных проектов с прямыми иностранными инвестициями в России. Он является показателем инвестиционного климата Российской Федерации. Несколько угольных проектов компании «Н-Плюс», это Тунисская горнорудная компания, энергопромышленная компания, Лигевское месторождение, компания «Северсталь», тоже угольное месторождение, участок центральный. Несколько у нас золоторудных проектов. «Таран Голд», это шведская компания «Аурин Майнинг», два месторождения реализуют. Ну и есть более мелкие проекты, вот те, которые на слуху, которые имеют такой уровень, статус федеральных проектов. Напомним, что общество с ограниченной ответственностью «Луньсин» создано в 2005 году, зарегистрировано в республике и обладает лицензией на право пользования недрами. Это добыча полиметаллических руд на Кызыл-Таштыкском месторождении. Кроме того, правительством Тувы в 2015 году было принято постановление о включении в реестр участников региональных инвестиционных проектов компанию «Луньсин». У нас два проекта, которые они действительно имеют очень большие масштабы. Это первый проект компании «Луньсин», то есть это 100% иностранный капитал, то есть который сделали, как говорят, с нуля, то есть в Кызылташтыкском месторождении построили горнодобывающий комбинат, то есть это крупный налогоплательщик, порядка 1,8 миллиарда рублей, то есть они налогов заплатили, и более 2 миллиардов они оказали такой, так скажем, прямых инвестиций в разные проекты. И вторая компания – это «Межгеуголь», которая месторождение «Межгейское» разрабатывают, шахта по добыче угля, тоже один из таких крупнейших проектов, которые реализуют свою продукцию. Кстати, и та компания, то есть на мировой рынок, то есть у них география сбыта Южная Корея, Китай, Япония, Украина, то есть география очень большая, реализация этих проектов. Отметим, что с 2004 года в республике сформирована нормативно-правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата, в которой урегулированы основные способы защиты прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности. Любой инвестиционный проект, который начинает реализовываться в любом регионе, в том числе республики, он изначально просчитывается, просчитываются все риски, просчитывается его прибыльность, и на основании этого принимается решение о их реализации инвестора. Соответственно, еще на стадии согласования, то есть существуют договоренности, то есть что будет делать власть, то есть регион, что будет делать инвестор, какие инструменты ему защиты льгот будут предоставлены. Соответственно, эти договоренности еще происходят до того, когда проект начинает реализовываться. С 2015 года вступил в силу закон о нулевой процентной налоговой ставке по налогу на прибыль организаций для компаний, зарегистрированных на территории республики и являющихся участниками региональных инвестиционных проектов. С компанией «Луньсин» был заключен проект еще до стадии реализации, он был подписан даже в Пекине, это в 2004 году. Без этого соглашения просто бы им не дали инвестиции. В 2015 году у нас было другое соглашение. Мы включили их в список, так скажем, региональных инвестиционных проектов. Соглашение подписано как раз о социально-экономическом сотрудничестве, где прописано, что вот они участвуют в наших проектах. Вот они в последнее время строят школу УШУ. Там стоимость порядка 500 миллионов рублей. Участвовали в строительстве дороги, то есть и другие, так скажем, проекты. И, соответственно, там же прописаны налоговые льготы, то есть льгот-налог на прибыль, который они изначально получают, первоначально, то есть до окупаемости проекта. Соответственно, когда наступает окупаемость проекта, они уплачивают все налоги в бюджет, как и все компании.
За период реализации проекта компании перечислена спонсорской помощи на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Напомним, что правительством России поручено субъектам страны создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, а также предоставления льгот инвесторам. Правительство Тувы одобрило проект соглашения о сотрудничестве с общественной организацией «Деловая Россия». Как говорится в документе, сотрудничество будет направлено на реализацию основных направлений социально-экономического развития республики с целью создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций и создания здоровой конкурентной среды. Как сообщили в Минэкономике региона, партнерские отношения с этой организацией существуют давно. Настоящее соглашение призвано вывести эту работу на более системный уровень, расширить спектр деловых контактов. В частности, в рамках данного соглашения планируется разработать и утвердить дополнительные соглашения по конкретным направлениям и отдельным вопросам. Тува, к примеру, рассчитывает на помощь экспертов деловой России по таким направлениям, как использование в интересах республики особых экономических режимов наподобие территорий опережающего развития. В Туве приняли первый документ, который регламентирует новый формат работы регионального правительства – проектный офис. Несмотря на то, что переход к проектной деятельности в республике начался более 5 лет назад, в местном законодательстве до сих пор отсутствовали нормативные акты, определяющие порядок ее организации. Регламент проектной работы утвержден в виде постановления правительства. Оно так и называется – «Положение об организации проектной деятельности». Документ устанавливает, что такое проект, разъясняет, в чем различие муниципальных, региональных, федеральных, ведомственных, национальных и иных видов проектов, а также определяет алгоритм их формирования и иерархию ответственных за реализацию структур и многое другое. Положением установлено 5 этапов жизненного цикла каждого проекта. Он начинается с инициации, продолжается периодом планирования, затем реализации намеченного. По выполнении плана проект закрывается и передается под наблюдение. Решение о его закрытии принимает проектный комитет, состоящий из экспертов, в том числе независимых. Этот же комитет оценивает степень эффективности проекта и его участников. Формат проектной деятельности, как считают специалисты, должен помочь мобилизировать различные ведомства, организации, а также разные уровни власти вместе с их бюджетами на решение единой задачи. Он подразумевает, кроме того, персональную ответственность участников за результаты. За счет этих факторов должно значительно сократиться время на достижение целей и вырасти рациональность использования средств и ресурсов. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Затеяли ремонт? Более 2000 видов обоев ждут вас в магазине «Мир обоев». Скидка на отдельные коллекции. Приходите, улица Энергетиков, дом 3. Согласно предварительному прогнозу пожарной опасности лесов в России, уже в марте в зону риска попадают отдельные территории 5 федеральных округов. В частности, в Сибирском федеральном округе особого внимания потребуют центральная и южная части Тувы, южная часть Красноярского края, а также центральная и восточная части Хакасии. В апреле пожары грозят западной и центральной частям Тувы, всей территории Республики Алтай, некоторым частям Алтайского края, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского краев, Республик Хакасия и Бурятия. В прогнозных данных на май, июнь, июль и август текущего года территории Тувы не попадают в зону пожарной опасности. По мнению специалистов, в сентябре угрозы лесных пожаров могут возникнуть в восточной части региона. Предварительный прогноз пожарной опасности лесов в России ежегодно формируется на период с февраля по октябрь. Он составляется на основании результатов проведенного анализа данных долгосрочного прогноза аномалий температуры и осадков, а также анализа фактических данных оперативной отчетности о горимости лесов в период с 2000 по 2018 годы. Подготовкой прогноза занимается Центральная база авиационной охраны лесов, авиалесохрана, подведомственная Рослесхозу. 13 марта государственными инспекторами центра ГИМС МЧС проверены все 4 ледовых переправ, стоящих на учете на территории Тувы. На всех ледовых переправах грузоподъемность оставлена прежней. Тоджинской – 15 тонн, Эликхемской в Улукхемском районе – 15 тонн, в Кайхемском районе Бельбейской – 10 тонн и Усть-Буренской – 20 тонн. Толщина льда на ледовых переправах в Улукхемском районе и в Кайхемском районе составляет 100 сантиметров. Эксплуатация всех ледовых переправ разрешена до 26 марта
марта текущего года. Сроки закрытия ледовых переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. В целях недопущения несчастных случаев на водоемах в весенний период отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления регионального МЧС напоминает жителям республики о том, что запрещается выход на лед в необорудованных местах. Выплаты в рамках перерасчета пенсии неработающих пенсионеров должны быть проведены до 1 июля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки в закон. На этой неделе депутаты единогласно поддержали их в первом чтении. Речь идет о поправках в закон о государственной социальной помощи. Они меняют систему расчета пенсионных выплат. Действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума пенсионера. Однако этот минимум зачастую достигался именно за счет индексаций и надбавок. Поправки в закон принципиальным образом эту систему меняют, отметил премьер. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году. В третьем чтении поправки планируется принять до 21 марта. Тогда пенсии пересчитают задним числом с 1 января. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Затеяли ремонт? Более 2000 видов обоев ждут вас в магазине «Мир обоев». Скидка на отдельные коллекции. Приходите. Улица Энергетиков, дом 3. Суд в Туве вынес приговор ранее судимому 56-летнему местному жителю, виновному в сексуальном насилии и убийстве ребенка, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета региона. Ему назначено пожизненное лишение свободы. Суд установил, что 15 мая прошлого года в селе Болгазин мужчина, будучи пьяным, увидел незнакомую 8-летнюю девочку, возвращающуюся домой из школы. Обещая угостить конфетами, мужчина завел ее в заброшенный дом, где начал ее душить, отчего девочка потеряла сознание. После этого он изнасиловал ее и, опасаясь того, что девочка расскажет об этом родителям, ударил ее в грудь металлическим стержнем. Ребенок скончался на месте. Мужчина вынес тело на улицу, а сам скрывался от полиции в тайге. Через трое суток его задержали на пастушеской стоянке. В начале марта для детей из кызыльских школ провели экскурсию по Красноярску. Помимо достопримечательностей города, школьники побывали на мероприятиях Всемирной зимней универсиады. Наш детский тур был организован в рамках межрегионального соглашения между Республикой Тыва и Красноярским краем. Наши дети смогли выехать на открытие универсиады, смогли посетить ряд спортивных мероприятий. Также им провели обзорную экскурсию по городу Кызылу. По эмоциям детей можно сказать, что им поездка очень понравилась. В дальнейшем в планах Департамента по туризму Министерства экономики есть дальнейшая организация и координация детского туризма совместно с Министерством образования и нашими туроператорами, турфирмами нашего региона. Экскурсия началась по объектам студенческих игр. Далее делегатам из Тувы показали комплекс «Платинум-арена Красноярск», где проходила церемония открытия студенческих игр. Мы съездили в Красноярск на универсиаду, и из всей нашей программы мне больше всего понравилось открытие, потому что еще в 2014 году я мечтала побывать на открытии Олимпиады в Сочи. И вот на открытии универсиады мне очень запомнилось вдруг внезапно начавшееся хмей, горловое пение. Это прям так напомнило о доме. И играть в кёрлинг, потому что это очень занимательная, увлекательная игра, в которой мы разобрались не сразу. Но теперь это одна из моих любимых игр. В завершении визита тувинские школьники посетили выставку «Мир Сибири» на острове Татышев. Для детей подготовили специальную программу на тему зимней универсиады 2019. И, конечно же, дети встретились с талисманом студенческих игр Юлайкой. Мне очень понравился хоккей с мячом, Швеция, Финляндия, и очень понравился кёрлинг. Это новый для меня и вообще для нас вид спорта. Еще понравилось открытие, оно было очень сказочным. Также понравился город.
который очень красивый и у него очень история богатая. Отметим, что визит в Красноярск детской делегации УТВ не первый тур по городам России. Осенью прошлого года школьники побывали в северной столице страны, в Санкт-Петербурге и в Крыму. С учетом высокой заинтересованности проектом «Светофор питания», первый этап которого успешно реализован в Кызыле на базе Центра медицинской профилактики Минздравом Тувы, принято решение о расширении географии проекта. Уже 25 марта проект стартует в Барунхемчикском, Улукхемском, Тандынском и Кахемском районах. Расширится также круг организаторов проекта за счет ответственных специалистов местных администраций. По плану реализации проекта «Светофор питания» в районах специалисты Центра медицинской профилактики уже на следующей неделе проведут выездное обследование участников. Предполагается, что предварительный отбор проведут специалисты на местах. Участниками проекта могут стать относительно здоровые люди, у которых выявлены факторы риска возникновения заболеваний, предожирения, скачки артериального давления и другие. Критерии отбора обусловлены программой проекта, в котором предусмотрены умеренные физические нагрузки, соблюдение принципов здорового питания. Накануне Федеральный фонд кино завершил прием заявок от организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах России с численностью населения до 500 тысяч человек. От Тувы в этом году было принято 3 заявки. От Дома культуры «Енисей», Центр культуры имени Салана Базарола, поселка городского типа Кахем Кызыльского района и Дом культуры Танды-Ула Чедыхольского района. Все они претендуют на получение поддержки от Фонда кино на обеспечение затрат, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов. Это не более 5 миллионов рублей. Окончательная сумма утверждается приказом Фонда кино по решению конкурсной комиссии. Средства могут быть направлены как на обновление оборудования существующих кинозалов, так и на оснащение оборудованием с нуля нового кинозала, закуп доставку и монтаж. Начиная с 2019 года, в перечень допустимого к приобретению оборудования также входит оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования. В случае одобрения заявки кинопоказы в новых кинозалах Кызыла, Кахема и Хавооксы могут начаться уже в этом году. Вчера приз радиоквеста «Замес майонез» забрал наш постоянный участник Аяс. Он уже третий раз побеждает. Загадка была простой. Искомое место – спортивный комплекс «Ирбис». Молодой человек был в районе центрального рынка и, услышав загадку на волнах радиостанции «Голос Азии» 102.5 FM в Кызыле, выехал на место и прибыл первым. Громко прокричав фразу «Замес майонез», победитель забрал свой заслуженный приз. «Замес майонез»! Отлично! Поздравляю! Поздравляю! Сейчас, секундочку, позвоним. Если вы хотите принять участие в квесте, то вам достаточно слушать радио «Голос Азии» по будням с 13 до 14 часов. Ведущие озвучат загадку в стихотворной форме с зашифрованным местом и обязательно расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп» на Юнокурседе 103/2. А вот в последнем розыгрыше этой недели приз радиоквеста «Замес майонез» забрала очень улыбчивая девушка Дары. Сегодня в загадке шла речь об арке в доме номер 2 по улице Кочетова. Девушка ехала на работу в такси и предложила водителю сменить маршрут, чтобы первой оказаться на месте и забрать свой приз. Слышали вас? Да? Да. «Замес майонез». Отлично. Поздравляю. Все. Следите за эфиром на радио «Голос Азии». Возможно, и вы станете победителем этого квеста. На этой неделе победители получали подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп», который находится на улице Аюнакурседи, 103/2. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту. В любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Ашка харекпа, тынды боза отличные наличные жече дебернер. Ставкаларны падыркпен. Ашканы 15 минут тога жалыслер. Отличные наличные. Слер пискагалнер.
По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от минус 6 до минус 11, местами от минус 16 до минус 21. Температура воздуха днем от плюс 5 до плюс 10, местами от 0 до минус 5. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 6 до минус 8, днем от плюс 7 до плюс 9 градусов тепла.